Доброе утро. Ночь прошла. Прекрасно поспали. Шел небольшой дождик. Недолго. Утро прекрасное. Небо голубое. Травка уже не такая зеленая. Но вполне комфортно. Вот такая стояночка. Видите, сколько здесь машин. Это все люди за кедровыми шишками. Возможно, конечно, есть и рыбаки, но в основном за шишками. Вот машинка моя. Спал я прекрасно. Позавтракал. Время уже где-то в районе 7. Видите, даже на четверках. На четверках заезжает. Вот. Здесь со мной еще один мужик ночевал в машине. По дороге вот полно таких вот красивых домиков. Вот видите, какая вся машина. Экспедиция, вездеход, горная экскурсия. Видите, какая красота. Вот. А мы идем на озеро Садринское. Наша цель – конклюенция. Точка конклюенция. Где-то вот тут тропа. А вот она и тропа. Пошла. Вот. Здесь у нас объявление о платной рыбалке. Мы взяли, конечно, с собой денежек на всякий случай. Вот тропа написана. 2,4 километра до озера Садринское. Вот координаты. Он просит взять с собой сотовый телефон и свисток. Интересно, кому тут звонить? Медведям, наверное. Ну так, а что? Ну, замечательно. Идем. Погода шепчет. Сегодня мы должны попасть на точку конклюенции. Пересечение меридиана и параллели. И попробовать даже еще что-нибудь попробовать поймать. Ну что ж, друзья, до встречи на озере. Я сразу одел вейдерсы, потому что болотистые. Говорят, мужик этот, что здесь есть несколько мокрых мест. Вот. И, возможно, кроссовочка будет некомфортно, надо сапоги одевать. Хотя вот смотрите, гать бревна тут кидал сюда. Ой, в свое время назад. Ну, выдерс, конечно, будет покомфортнее. Вот тут мостики, смотрите-ка. Да, в кроссовках было бы, конечно, здесь не очень приятно ходить. Вот. Ну ладно, отключаю пока запись. И я пошел аккуратненько к озеру. 2,4 километра. Ну, я думаю, что где-то меньше, чем за час я туда должен добраться. Ну, все. Всем ни хвоста, ни чешуи.